Breeze Coin. Это децентрализованный токен ERC-20, основанный на Ethereum. Это криптовалюта, которая будет использоваться в рамках проекта Breeze DeMar. Поскольку монета будет также средством обмена в проектах, она всегда будет в обращении. Основываясь на реальных активах и ипотечных бумагах, гарантируется процентная ставка. В отличие от других криптоконверсий, Breeze Coin связан с физическим миром через реальные активы. Теперь, когда мы живем в мире, в котором доминирует индустрия 4.0, мы продвигаем бизнес недвижимости в будущем. Breeze DeMar – проект курортного отеля. Первый этап проекта уже начался в Орландо, США. Кроме того, следующий этап проекта Breeze DeMar Las Vegas будет опубликован на Стамбульской ярмарке недвижимости «Стамбул, Турция» в ноябре 2018 года и будет выставлен на продажу на Канадской ярмарке недвижимости. Кроме того, еще два проекта «Багамские острова» и «Гавайи» по-прежнему находятся в стадии разработки проекта. Breeze Coins соответствует ипотечным бумагам, полученным от продажи проектов Breeze DeMar. Орландо, являясь одним из самых привлекательных городов как во Флориде, так и в США, является сердцем первого этапа проекта Breeze DeMar. Проект Орландо будет поставлен в мае 2019 года в рамках приобретенной проектной площади, площадью 900 тысяч квадратных метров. Он будет включать 1576 квартир и 54 бунгало. Помимо самого привлекательного города, Диснейленд и космическая станция НАСА находятся рядом с районом проекта. Основываясь на ипотечных бумагах, доход, который Breeze DeMar получит через интерес ипотечных бумаг, будет распространен среди владельцев Breeze Coin. В настоящее время в компании хранятся ипотечные бумаги около 50 миллионов долларов США. Процентная ставка определяется ежегодно 6,5%. По мере увеличения объема продаж и последующих проектов, общая стоимость ипотечных бумаг также будет увеличиваться автоматически. Поэтому объем платежей будет расти в будущем. Предположим, что у компании есть ипотечные бумаги стоимостью 50 миллионов долларов, а общая сумма Breeze Coin составляет 200 миллионов долларов. Если годовая процентная ставка составляет 6,5%, то это означает, что в общей сложности будет выплачиваться 13 миллионов долларов США. Если у вас 5000 Breeze Coin, вы получаете годовой процент дохода в 325 долларов. Вам просто нужно зарегистрироваться в MyBreezeCoin.io. В общем, кого заинтересовал данный проект компании Breeze Coin, ссылочки я оставлю в описании под видео. Всем пока!